Где мы находимся? Это федеральная трасса. За спиной моего оператора Челябинск, Екатеринбург и что там далее, север. Передо мной, то есть на юг. Передо мной, естественно, это Оренбург. Где эта трасса проходит? Где я нахожусь? Я нахожусь в Агаповке. Село Агаповка. В смысле, это райцентр Агаповка. Магнитогорск. Это самый большой город на территории Агаповки. 500 тысяч. До Магнитогорска 5 километров. Не сильно далеко, если честно. И эта замечательная федеральная трасса, она идет напрямую через Агаповку. Вот, машина ездит с Оренбурга до Челябинска и обратно. Кстати, в Магнитогорск тоже. Чем это место хорошо? Справа от меня магазин. Слева, вот давайте слева посмотрим. Слева мы видим замечательный торговый центр. Вот этот торговый центр вы можете взять себе в аренду. Причем аренда бесплатная. Представляете? Вы берете торговый центр в аренду. Нормально? Делайте, что хотите. Очень большое место. Шикарное место. Единственное, что от вас требуется, довести красоту до этого здания. Ну, я примерно посмотрел, сумма небольшая. Любой нормальный человек может это сделать. К слову, о цене вопроса. Ну, понятное дело, что аренда бесплатная. Так и по сути событий. Чем Агаповка хороша? Тем, что нету магнитогорской дивной арендной платы. Живите спокойно, получайте прибыль. Делитесь со своими односельчанами и жителями города Магнитогорска, кроме всего прочего. Посмотрите, вся трасса здесь напротив, вот даже есть Салават, заправка. То есть, ну, тут и кафешка может быть, и все остальное. Хорошее место, бесплатная аренда. Я уже не знаю, что с этим городом делать. Город хорош, мозгов мало. Чтобы понять, Оренбург – место уникальное, бахча летом здесь же. Газ и топливо откуда? Отсюда! Челябинск, как и Екатеринбург, как и Магнитогорск, на одной трассе и через Агаповку. Место изумительное во всем, место бесплатное, вам что еще надо? Теперь трасса. От Еката до Оренбурга 1000 километров, если что. Кроме всего, всенародно избранный Аркаим. Кроме всего, Сибай, Баймак и Зилаир. И ни одного мотеля. Причем для вас, бизнесмены, бесплатно. Кроме всего, отличный торговый центр. На первом этаже еще и со складом. Опять же, бесплатно, господа. Все для вас. И халява. Халява здесь, в Агаповке. Может быть, я тупой? Но почему владельцы сетей этого не заметили? Ау, да вы посмотрите, все бесплатно. Я не думаю, что продлится это долго, но результат. Есть бесплатное место для бизнеса, есть оно в Агаповке. Хороша наша трасса. Но она нормальная трасса, представляете, да? Идет вдоль города Магнитогорска. Вот она, Агаповка, да? Почему в Агаповке нет ни одного мотеля? Почему, я не понимаю. Ну, Магнитогорск, город достаточно дорогой, туда приехали, ценники какие-то бешеные. Вот замечательное место. Вот это место, пожалуйста, в аренду берите себе. То есть я вам скажу, что в принципе на первом этаже вы можете сделать замечательный торговый комплекс. На втором этаже сделать замечательный мотель. Место хорошее, аренда бесплатная. Место шикарнейшее. Посмотрите, вон что везут. Куда везут и откуда везут. Трасса федеральная, село Агаповка. В случае чего до Магнитогорска 5 километров и не более того. Аренда бесплатная, что бы не взять-то.